Сейчас мы же с вами должны убедиться в том, что ни с каким другим ребенком такое не произойдет. Ну, как минимум необходимо, и я буду сейчас этим заниматься, необходимо проводить проверку вообще всех опекаемых семей в данном районе. На мой взгляд, если с этой семьей так случилось, что формально их проверяли, навещали, и что-то ушло от глаз органов опеки и попечительства и служб системы профилактики, значит, не исключено, что и такой же формальный подход в районе может быть и к другим семьям.